Экскурсии по территории зоны отчуждения у Полесского державного радиоцентрально-экологического заповедника начали организовывать на проконце минулого года. За этот час тут побывали туристы из России, Германии, США и Украины. Але першинство в этом списке належит туристам с Польши. Менавіта з ими наша здымочная группа сустракается у радиоцентральной зоне. Правда, самих замежных гостей факт забруджування этой территории не вельми хвалює. Да экскурсии, кажуть, рихтувалися, а тому еще дома ознайомимся с відповідной науковой інформацією. Не боюсь. Я уж мовим, что не боюсь радиации, потому что уровень позволяет на то, чтобы здесь находиться спокойно, без страха за свое здоровье. За час путешествия на самолете можно получить ту же дозу облучения, которую мы получаем здесь за всю экскурсию. На наибольш забруженных территориях уровень радиации превышает натуральный фон на малю тысячу разов. Правда, у такие местины туристов не повезут, тем больше, что и у больш чистых вёсках можно убачить шмат цікавага. Были населенный пункт Пагонная, сегодня именно так звучит его официальная назва. Потерпел двойче. Подчас Великой Отчины его полностью спали лекарники. У 1986-м он оказался у 30-километровой зоне отчужения. Людей отсюда вывезли. Простой день после аварии на ЧАЭС. Туристов, сдается, текают все. Правда, брать нечто на память никто не разыкует. По-первых, такая речь может быть достатково значно заброженной, тому небеспечной. По-другое, это категорично заборонено у отрознения от проведения фото и вида с дымок. У вёсцы Пагонная туристы могут наведать сельский клуб. В 1986 году вёсковцы поспели святковать тут 1 мая и рыхтовались сустрэць День Перамоги. Специально до этого свята сюда привезли киностужку на военную тематику. Правда, зараз от ей осталась только одна бобина. У среднем один день наведывания зоны отчужения обходится туристам у 60 рублей. Сегодня тут працуют два маршрута, але зараз разглядается возможность открытия еще нескольких. А про чатого распрацовываются буклеты по Полесском державному радиоцентрально-экологическому заповеднику и сувенирная продукция. Со снежня минулого года зону отчужения наведали около 80 замежных туристов. У департамента по ликвидации наступства катастрофы на ЧАЭС погоджаются. Не вельми шмат, але додают, что это только початок. У нас нету самой атомной станции. У нас нету города Припять, который востребован и хотят видеть туристы Украины. Но у нас есть своя изюминка. У нас также есть отселенные населенные пункты. Есть, как мы говорим, заброшенный город. Это Солнечный, который хотят посетить. А также есть уникальная природа. У нас зимой можно приехать и посмотреть зубров, зубропитомники, когда идет подкормка. И также в самом заповеднике можно встретить различных животных. Поэтому мы рассчитываем, что данное направление будет развиваться. Подороже по зоне отчужения завершается контрольной проверкой уровня радиации на руках, одеяния и обутку. При жадании можно проверить так само фото и видеоаппаратуру. Перевышение допущенных уровней не зафиксовано ни у кого. Олег Сентеров, Евгений Макеенко, телерадиокомпания «Гомель», Полесский державный радиационно-экологичный заповедник.